Хаечки, хаечки, пусть вам всем солнышко светит, и маечки, всем хорошего дня. Итак, да, пусть вас не смущает эта задняя стена, это все такое. Итак, у меня такая классная, радостная новость, блин, мне подогнали классненькую такую посылочку, и сейчас, конечно, мы придем посмотрим, что же в ней здесь находится. Я думаю, как раз это от братанчика подарочек будет в самую тему, так что остаемся, пока еще не переключаем, и пойдем, сейчас допьем кофеечек и пойдем открывать ее посылочку. Ребятки, смотрите, какой подгончик, блин, он просто мега крутой будет, я думаю, сейчас будет классненький, сейчас мы его откроем, просто, как говорится, красавчик парень, сейчас мы тебя откроем, я уже даже вон лимончик приготовил, сейчас все будет, опа, так, одну руку, конечно, не особо-то и удобно, но еще постараемся, откроем его, оп. Что же у нас тут, та-ра-та-та-ра-та-та. Блин, братанчик, ты просто лучший. Как знал. Оп. Ух, смотрите, вообще класс. Упаковочка вообще мега бомбезная. Смотрите, друзья, какая классная штучка. А, чашечки. Но чашечки не просто чашечки, а чашечки с рисунками. Смотрите, какие классные. Я думаю, девочки будут вообще рады, как говорится, каждому по чашечке взяли. О, смотрите, какая. Грони Коль, я думаю, будут они довольны там. Так, это моя. Вот это еще одной участницы проекта. О, смотрите, какие бомбезники. Блин, чувак, ты вообще красавчик. Обнимайте тебя всеми фибрами души. О, ну это будет моя чашечка. Опа, буду тоже приходить тут периодически кофеечек попивать. Смотрите, друзья, какие классненькие. А, девочки будут вообще довольненькие, я довольненький. Все, мы это теперь поставим это сюда. И будем, братанчик, тебя вспоминать, когда будем пить кофеечек, чаечек. Блин, вообще красавчик. Блин, друзья, кому нужны будут чашечки со своими лейбочками? Я оставлю ссылочку внизу, переходите, вообще скидывайте, там просто все делается быстро. Отправляете ему фоточку, он делает, наносит рисуночек и сразу же вам отправляет. Вот такой, блин, братанчик, класс, спасибо тебе от души. Теперь буду пить сюда кофеечки, тебя вспоминать теплыми словами. Красавчик, ты просто best. Ну а так пока, друзья, мы продолжаем проект. Точнее, вот эта же комната закончена. Это помещение на 99%. Тут надо еще мелочи, люстрочку поменять и поставить, короче, фризи еще прицепить. Но это такое мелочи. Сейчас пойдем на большую, там где будет сама твориться вот эта мастерская создания тканевых горшочков Гровник от литра до тысячи. Короче, подписываемся на каналчик, ставим лайчик, пальчик. Не забываем приобретать чашечки. Ну, блин, смотрите, какие они просто бомбезные. Блин, я с них вообще тащусь. Блин, они такие классные. Прикольно. Да, вообще, братанчик, как в тему смотрел. Ну, класс. Вообще бомбезно. Спасибо тебе. Все, друзья, всем вам классненького, хорошего урожайчика. Пойдем мы теперь в комнату. Пусть вам всем солнышко светит, как на маечке такое бомбезненько. Итак, друзья, добрался до второго помещения. Сейчас надо... Точнее, тут уже обдёрли обои. Это надо где пошпаклевать, вот где вон там вот. Короче, пошпаклевать надо будет предварительно. Потом замешать сатин гипс. Я, кстати, напомню, что у меня осталось где-то около 47 долларов на то, чтобы вот эту вот комнату сделать, как и первое помещение в таком, по крайней мере, направлении. Ну, это эти 100 долларов, которые спрашивают, блин, какие 100 долларов? Смотрите, 100 долларов это на сам материал, не считая нормы часов работы. То есть это просто на материал, саму покупку, вот эти 100 долларов идут. Итак, смотрите, в общем, что тут, в общем, есть в этом помещении? Есть в этом помещении старый шкаф трехстворчатый, из которого, кстати, сделают, потом буду переделывать его ближе, наверное, к зиме, на гроубок. Кстати, вообще, вот такая классика вещь, блин, так просто жалко было его убраться. Думаю, не, я оставлю, наверное, все уже покажу, как собрать гроубок. Кстати, эконом-вариант, да. Ну и сервант, не знаю, короче, что-то с ним надо будет делать или не делать, короче, посмотрим, что там в дальнейшем останется. Итак, мы пока не с первым делом, сейчас надо пройти все вот эти вот, такие, где были штапики, чопики, всякие дебелёшки повытягивать, надо теперь, короче, это все подмазать, шпаклёвочкой, вот такие щели позаделывать, все прогрунтовать, а потом уже, в принципе, приступать к декорации. Тут декорация, наверное, будет ложиться тоже своеобразно, два или три вида будет, и каждая стена будет, точнее, не каждая стена, а полкомнаты будет в одном цвете, а полкомнаты будет в другом цвете. В каком это уже будет, не знаю, посмотрим по ходу дальше строительства.
Так, пока, друзья, в принципе, все. Сейчас я буду замешивать. А, кстати, покажу, да, так вообще такой быстрый лайфхак, грунтовка стен. Это вообще кушать будет бомбезно. Думаю, строители поймут, о чем я. Это когда жиденько-жиденько, такое, как молочком замешиваешь шпаклевочку и валиком быстро раскатываешь. Скажем так, так как стены здесь, а они ровные, просто где-то местами, да, есть такие небольшие трещинки. Ну, в принципе, короче, подмазать, и все будет нормально. Потом вот эту, короче, комнату прогрунтую быстро валиком. И потом уже буду ложить декорацию. Ну, так что пока остаемся на каналчике, делаем кофе и брейчик, там выпускаем дымочек. Ну, а сейчас буду пока замешивать. Остаемся, подписываемся, ставим лайк.